Тут целый колчан из стрел, автомобилей проекта «Стрела». Вот самое интересное, наверное, здесь, и самое такое интересное предложение по нашей теме. Это новый, уже второй по счету прототип. Автомобиль двойного значения «Стрела», прошлогодний, тут надел очень много шуму, такой был русский «Хаммер». Стилизован был под Урал, по капоту, кабинный модуль был от «Газели». На базе «Газели» он был сделан, очень широкий. Вот этот уже поменьше. Этот уже так, ближе к реальности. Не такой огромный. В этот раз представлен уже макет полностью разработки компании ВПК, военно-промышленной компании из Арзамаса, это которая делает БТРы. В прошлом году прототип «Стрелы» был создан совместно с конструкторским бюро молодежи МГТУ имени Баумана, а вот этот уже полностью ВПК-шная разработка. Салона нет, двери не открываются, пока это вот в таком виде машина представлена. До конца этого года обещают показать военным для оценки того, примут они его на вооружение или нет. А в следующем году уже планируют показать вариант, который уже может пойти в мелкую серию именно на гражданский рынок. То есть это машина двойного назначения. Она и как для военных планируется, как замена УАЗу в армии, так и продажа на гражданский рынок. Долгожданная, скажем так, новинка, но что-то вот все никак. Никак она не дойдет до серии. В основе «Газель», рама «Газель», дизель или вокализованный «Фотон» 2.5 или «Каменс» 2.8. Коробка шестиступенчатая «Газельская». Сейчас полезем снизу, посмотрим. Шноркель. Заявленная глубина брода 1 метр. Стенка 30 сантиметров преодолеваемая. Запас хода 700 километров. Полная масса 3,5 тонны. Грузоподъем заявлен 750 килограмм. Не сказать, что очень много. Железные бамперы, 37-е грязевые колеса Максис, диски такие походу как будто из двух листов сваренные. Но понятно, выставочный прототип, хотя выглядит, кстати, интересно. Ну и кстати, отсюда очень хорошо видно, что кабинный модуль тоже газелевский, то есть вот эта часть от двухдверной кабины, от двухрядной, и от нее же вот этот вот кусочек. То есть как и у прошлогоднего концепта, тоже унификация с «Газелью» здесь очень и очень близкая. Капот у него, конечно, теперь сильно покороче прошлогодний. В общем, пишите, что думаете. Машинка по виду, конечно, здоровая. Определенно больше «Патриота». Такой целый набор буксирных проушин. Вот это на бампере. Вот это мощное на раме. Боковые буксирные проушины. Точнее, наверное, это правильно сказать, уже крепежные. Чтобы можно было при перевозке машины, этими крюками машину крепить. Это же такая военная тема. Задний мост производства ВПК «Арзамас». По виду даже есть блокировка, как будто. Понятное дело, проставки на выставочной машине, как и на прошлогодней. Это маленькие тормоза. Понятное дело, что это прототип. Такой выставочный. Серийная машина уже может отличаться по конструктиву. Кстати, стабилизатор. Стабилизатор идет не по низу, как бывает, а пущен поверху. То есть не заденешь. Вот хотя представители компании заявляют мост как свой, вот очень он все-таки похож на новый мост Спайсер на «Газели НН». Вот отсюда, по картеру. Может, это какая-то усиленная версия? Вот отсюда видно, как стабилизатор хорошо сделан. Пущен поверху, по картеру, чтобы не задевать на бездорожье. Конструктив такой, лонжероны вот эти ВПК делает сама от «Газели». В общем, берутся поперечные рамы и передняя балка моста. Это вот уже от перспективной новой модели. А раздатка — это компания ВПК, своя разработка. Да, это действительно не газелевская. Причем она алюминиевая, но по военным требованиям она красится.
еще одна деталь, которую выдаешь, это прототип. Нет топливного бака вообще. Интересная компоновка. Назад кардан один цельный, а вот от раздатки на переднем ост кардан двухсоставный. Вот идет от карабаса шестиступенчатая коробка газелевская, а вот идет кардан на передний мост. Раз кардан, промежуточная опора с подшипником, и второй кардан пошел. А вот это, походу, дизель Фотон 2.5, который планируют локализовывать в Нижнем Новгороде. А вот подвеска интересная, независимая подвеска здесь от прототипа прошлогоднего полноприводного Соболя. Не газели, а именно Соболя. Вот это отличается тем, что здесь кованые рычаги очень мощные. Это, кстати, очень важное отличие. То, что планируется, что полноприводный Соболь, именно Соболь, а не газель, он будет иметь независимую переднюю подвеску тоже, но на мощных кованых рычагах, вот на таких. Редуктор очень похож по своей форме на задний. То есть здесь, наверное, будет некая унификация. И вот эта подвеска передняя, она, по сути, уже тоже фактически серийная. Соболь полноприводный, который ожидается в следующем году, вот как раз ее и получит. Сейчас зайду спереди, покажу получше. Хорошо видны эти кованые рычаги. Блин, очень мощные. И вверх, и низ. То есть это практически уже серийное решение перед вами. Огромное пространство моторного отсека. Просто гигантский моторный отсек. Ну, тут радиаторов нет, да, оно не ездит. Но это первый понятно. Образец. И перед вот так прикрыт. Выглядит, конечно, так, своеобразно. Но то, что все будут оборачиваться, если такой выйдет серия, но это гарантированно. Такой утюг широченный. Вид. Так, теперь пошли на стенд завода «Урал». Тут тоже есть много интересного. В первую очередь, конечно, вот это. Это новая модель 4360. Этот грузовик, ну, по сути, можно назвать аналогом «Шишиги». Его прототип ранее показывали в прошлом году. Он был с бронированной кабиной. И вот сейчас это уже, по сути, ну, очень близкий к серии автомобиль. Машина более легкая, чем обычные двухосники ураловские. То есть эта машина призвана заменить «Шишигу» и, в общем-то, в некотором роде стать, наверное, конкурентом «Садко». Полная масса этой модели 10 200 кило, грузоподъем 4 тонны, снаряженная масса 6200. Кабинный модуль унифицирован с «Газелью», на «Садко» «Некс», на «Уралах». Тяжелых используется этот же кабинный модуль, но капот свой. Капотное, значит, оперение здесь свое. Так, лебедки нет в данном случае. Лебедки нет, это, конечно, упущение. Про двигатель подробности очень куцые. 240 сил и 784 ньютон-метра крутящего момента. Унифицирован он по мостам с двухосными моделями, но вот одна интересная особенность именно вот этой модели 4360. Обратите внимание, передняя подвеска не рессорная, а пружинная, причем на двух пружинах. Да, конечно, две пружины смотрятся очень необычно. Для чего сделано? Чтобы было комфортней. Заявляется, что это сделано для более комфортной езды. Поправка по двигателю. Стоит здесь EMZ 534. Четырехцилиндровый, объем 4,4. Ураловский мост обычный. Да, отсюда хорошо видно, блокировок переднего моста нет. Второй интересный прикол, коробка. Сейчас пойдем покажу. Конфигурация бака. Коробка здесь, ребята, автомат шестиступенчатый. Разработки газа. Совместно с австрийской компанией Цоклер. Цоклер Гирс, если быть точнее. Она уже применяется на автобусах. Она уже применялась, ну, по крайней мере, на опытном образце Садко Next. Она показывалась, по-моему, еще в прошлом году на Комтрансе показывали. Это, конечно, очень интересно. Это очень комфортно езда получается.
это походу теплообменник коробки. Ну, конечно, не сказать, что это все закрыто. Висят шланги охлаждения, как бы их где-нибудь на тяжеленном бездорожье, где-нибудь в лесу, каким-нибудь бревном не оторвать бы к чертовой матери. Вот этот момент, конечно, немножко смущает. Ну что, пишите в комменты, как вам Урал на автомате. Если действительно пойдет в серию, это, конечно, будет очень круто. Ну, кстати, коробка что-то уже потеет. Коробка уже где-то подтекает. Кстати, на прототипе Садко Next на Комтрансе та же была проблема с этой коробкой. Тоже она где-то там по фитингу потела. Где вот тут по шлангу? То ли так, вот, по-моему, подкапывает. Где-то течет, то ли по поддону, то ли по... Вот здесь протекает, видите? Болт подкапывает. Раздатка с постоянно подключенным передним мостом. Электропневматическое переключение. Модный выхлоп. Из нержавейки, похоже. Ураловский мост. Обычный сзади. С пневмоблокировкой межколесного дифференциала. Пневмотормоза. В общем, ничего такого необычного. Все, в общем-то, уже знакомо. Резина 365 на 80. R20. Kamen U401. Такой вот рисунок. Это сравнительно новое колесико. Такая елочка. Но не очень агрессивная, такая более гражданская. Аккумуляторный ящик. Пошли в салон, посмотрим. Это вариант, наверное, все-таки длиннобазный. Может быть, будет и покороче, потому что это все-таки длинноват. Шишига явно короче. Вот наглядная рекомендация для водителя. Сколько давления на разных грунтах держать. Вот тут ничего особенного, все газелевское. Сиденье с регулировками. Граммер. Так, как там с импортозамещением? Подножка на тросике, правильно. Есть ручка, удобно здесь держаться, снизу залезать. Ну, здесь интерьер от Next. Это не новый интерьер Газели НН, это еще пока прошлый. Прошлая эволюция. То есть в этих кабинных модулях, которые устанавливаются Уралом на своих машинах, интерьер пока не обновлен на манер Газели НН новый. И Соболи НН. А вот, кстати, здесь еще ручки не хватает. Очень бы было кстати. Автомат, причем с ручным режимом. Можно вручную переключать передачи. Круиз-контроль, ограничитель скорости. Неплохо. Блокировка межосевого дифференциала, то есть постоянный полный привод. И, видимо, блокировка заднего межколесного. Управление подкачкой. В общем, все необходимое. А это, видимо, внедорожный режим АБС. Не, ну что, дешево и сердито, все, что необходимо, все есть. Естественно, это вопрос, когда же в серию? Ну, предположительно, 2023 год. То есть машина еще пока испытывается, сертифицируется. Ну что, будем ждать. Еще один прототип завода «Урал». Реально, одна из самых огромных машин явно здесь на выставке. Вахтовка новая для арктических условий. Заявлено, что до минус 60 рабочей температуры может держать. Кабина от очень похожа на армейское семейство мотовоз М. Дизель 310 сил, момент 1250. 9-ступенчатая механика. Ну, здесь, конечно, колесище. Колесище, нартеки. Вот, ребята, джиповоды, нартеки. Это не только грязевые покрышки, это еще и для грузовой техники. 26 дюймов посадочный диаметр диска, 28. В общем, громадные колеса. Практически мне вот на фоне, на уровне груди.
Кузнецкий мост. Эта кабина уже как раз не газелевская. Это вот, скажем так, гражданский вариант кабины военной. А что это у нас такое? Что это у нас уже Евро-5? Мочевинка. Знаете, на севере дома на сваях делают, чтобы дом не тонул на грунтах. Здесь вот тоже обитаемый модуль тоже, считайте, на сваях. Подвеска на таких очень мощных рычагах. Кстати, задняя подвеска пневматическая, задняя тележка на пневме. Для чего? А чтобы было комфортно. Выхлоп автономки, лебедка синтетическим тросом, пневмобаллоны, сзади подвязан тросом мост, это работает, это как ограничитель хода моста на отбой, на случай, если амортизатор, чтобы подстраховать. Под машиной стою в полный рост, не пригибаясь. Баллоны, кстати, компания Ростар, это набережные Челны. Полная масса желтого монстрика почти 16 тонн. Максимальная скорость 50 км в час. Ну, здесь важно не скорость, здесь главное, чтобы ехал. В кузов мы еще залезем. Пойдем посмотрим салон. Потому что в этой кабине я еще, честно говоря, не бывал ни разу. Да, газелевская эта кабинка. Унифицированная она и как-то явно поцивильнее. Здесь как-то все прям совсем по-спартански. Зашитый алюминием пол. Очень простецкие сиденья. Ну, если честно, какая-то прям вот дешман. Такой прям совсем утиль. Утиль в смысле утилитарная очень кабина. Очень. Газелевская намного цивильнее. Она намного более такая гражданская, более комфортная. Здесь как-то прям уж изо всех щелей торчит армейский функционал. У военных есть бронированная версия этой кабины. Характерные вот эти форточки выдают. Потому что у гражданской были бы опускающиеся стекла. А здесь, поскольку изначально исходник этой кабины военная кабина, то форточки здесь вот такие вот. Они не опускаются, они открываются. Потому что у бронированной версии здесь стоит бронепакет. Так, что это? Такое я вижу первый раз. Чтобы блок климата был закрыт в собственном чехле. Максимально функциональная панель приборов. Ничего лишнего, никакой эстетики. Все просто. Рекомендации по давлению в шинах для водителя. Схема переключения коробки перед глазами. Наглядно. Инструкции. Все правильно. Блокировки. Межосевая блокировка. Тоже электропневматическое управление всем хозяйством. Еще в газелевскую кабину все-таки удобнее залезать. Ручки есть, а тут нет. Цепляешься здесь и дальше вот куда руки дотянутся. Ладно, полезем в жилой модуль. Хотя тут есть поручни удобные, но сюда заходить намного удобней. 22 места. Переговорка с водителем. Включение света. О! А здесь намного цивильнее, чем в кабине. Столик. Сиденья очень приличные. Два столика. Багажные полки. Блин, а вот проход узковат. Честно скажу, проход узкий. А когда ты весь в одежде зимней здесь идешь, блин, узковато. Узковат проход. А у нас мужики вахтовики здоровые. А в зимней одежде еще больше. Медведи такие. Задний тамбур. Ступенька. Чуть не навернулся с нее. Все-таки надо держать это в уме, что тут ступенечка. Ночью можно и не увидеть. Двойное остекление.
То есть двойной стеклопакет как раз для того, чтобы была нормальная теплоизоляция. Вот странно. В пассажирском модуле двойные стекла, а здесь нет. Есть одинарное обычное стекло. Предвижу вопрос, когда, собственно, поедет. В серию, предположительно, 2023 год. Еще одна ураловская новинка. Прототип беспилотника. Грузовик с машинным зрением. Что называется, сам видит, сам едет. Для кого? Ну, понятно, для военных. Плюс в том числе для работы, например, в каких-то опасных карьерах, где загазованность, запыленность. То есть там, где человеку не очень хорошо или не очень безопасно. Вот такого запускаешь, он заезжает и там катается. Сделан на базе Урала обычного, с автоматом. Повторюсь, это пока прототип, опытная разработка. Что-то как-то мало у него органов зрения. Что-то я их не вижу. Обычно такие машины лидарами, радарами, всякими датчиками обвешаны просто с ног до головы. А у этого их что-то как-то, не сказать, что очень много. Может, это вообще макет? Хотя описание очень подробное машины. Ну, может, вот один из его глаз. Ну, как-то мало. Боковых нет. Нет боковых лидаров и радаров. Но тоже понятно, в какую сторону идут разработки. Про вездеходы Шерп мы уже как-то рассказывали. На одной из выставок вездеходера присутствовала новая модель N. К этому еще вернемся. А сейчас про новинку. Это полностью новая модель Архант. Один из вариантов расшифровки названия такой: ковчег охотника. То есть Ар – это арк. Это, собственно, ковчег, а Хант – это охотник. Полностью новая машина заявлена, новый кузов, новая посадочная компоновка, новый агрегат. То есть он похож на младшие серии Шерпа, но все-таки довольно сильно отличается. Шины знакомые, 1600 диаметр. По-прежнему это пневмоциркуляционная подвеска, когда мягкость хода изменяется за счет именно самих колес. То есть колеса выполняют роль упругих элементов. По-прежнему сохранены топливные баки, которые могут вставляться в колесные диски. В каждом по 50 литров того, что можно скачать. То есть 4 бака, 200. И при том, что еще основной бак на 70 литров. То есть 270 литров запас топлива. Что нового по кузову? Во-первых, появилась вот эта вот вариация, чем-то напоминающая Jeep Wrangler. То есть это возможность, например, собрать вот такую конфигурацию, когда только лобовое стекло, а дальше все очень легкие, тентованная конструкция вот такая. Это все снимается, эти железки снимаются, он вообще полностью без крыши ездит. Можно снять тент, будет только каркас, такая прогулочная машина. Если хочется чего-то более защищенного, есть вариант с пластиковой крышей, которая закрывается полностью, закрывает салон. Сейчас зайдем. Так, заходим. Это конфигурация на 4 человек. Откидываются сиденья и ручки. Да, действительно, как у Wrangler. Очень похож на Wrangler по своей компоновке. Четырехместный салон. Пошли на место пилота. Он у нас теперь сидит по центру. Здесь еще одно место и еще. Получается, компоновка 6 человек плюс водитель. Еще одно отличие кардинальное. Руль. У обычного Шерпа рычаги. Здесь руль такой вот, как у квадрика. В чем плюс? Более естественное управление, так проще управлять. Да, он сохранил бортоповоротную схему, естественно.
просто теперь удобнее. Кроме того, удобно держаться за руль, в том числе использовать его как ручку, потому что за рычаги особо не подержишься. Есть еще вариант на конфигурации 8 плюс 1, то есть 4 человека по каждому борту и водитель. Это вот еще не самый максимальный вариант. Это подножка для того, чтобы можно было на воде выйти и встать. Так, еще одно отличие, кардинальное, можно сказать. Эта модель с переднемоторной компоновкой, потому что все шерпы обычно центрально-моторные. У этого двигатель стоит теперь спереди, под капотом, вот здесь. Для чего? Удобство доступа к мотору, удобство замены, более технологичность производства, потому что агрегаты здесь могут быть разные. Движок тоже здесь совершенно другой. Здесь уже не дизель, здесь стоит литровый бензиновый агрегат корейской компании TGB, 85 сил. Это от, по сути, от сайд-бай-сайдов двигатель. Битвин литровый в связке с вариатором, тоже взятым от тяжелого сайд-бай-сайда. И, в общем, создатели говорят, что его более чем хватает и вообще рвет с места теперь как бешеный. Характер очень сильно поменялся у машины. При этом это один из вариантов. То есть Архант с бензином, это, можно сказать, базовая модель. Позднее будет дизель. Не исключено, что это тоже будет Дусан, то есть корейский двигатель. Потому что корейцы намного проще сейчас с нами сотрудничают. Им, по-моему, вообще на все эти проблемы с санкциями пока плевать. По развесовке. Да, мотор теперь спереди. Но создатели говорят, что есть один плюс. Он будет не так сильно заваливаться на корму на воде, потому что если посмотреть, как шерпы обычно плавают, они плавают с дифферентом на корму изрядным. Здесь этот эффект будет меньше. Трансмиссия, собственно, сама та же, только вариатор здесь стоит, а так сама схема с редуктором и цепным приводом колес и бортоповорот остался тот же. Грузоподъемность около тонны. В продажу эта машина может пойти уже в конце осени этого года, 2022. Ценник 5 миллионов, в районе 5 миллионов будет, в зависимости от комплектации. Это, можно сказать, один из самых дешевых автомобилей этого типа вот в этой компании. Потому что его собрат Шерп N, о котором мы уже рассказывали, он стоит 10 миллионов. Вот почувствуйте разницу. Архант чуть поменьше, но и ценник в два раза ниже. То есть в некотором роде такая бюджетная модель, если, конечно, можно так сказать. N-ка – это тоже новая модель сравнительно. Она более крупная. Колеса здесь уже 1800 мм. Больше салон, больше кузов. По грузоподъемности чуть побольше. Ну и двигатель. Здесь дизельный корейский мотор Дусан и коробка передач механическая, в отличие от вариатора у Арханта. Здесь уже посадка немного другая. Здесь два места, рычаги бортоповоротом управляют. Исполнение салона. Эта машина поисково-спасательная, поэтому не удивляйтесь, что в ней висят капельницы. Вариант для спасения терпящих бедствия, которым может понадобиться капельница. Ну что ж, приятно, что даже в условиях кризиса и всех этих сложностей люди еще могут как-то осваивать новые модели. Вторая вариация прототипа Леший саратовской компании Солитон. В прошлом году его привозили в первой эволюции. У него была другая форма кабины. Сейчас его сильно доработали к этой выставке. Это та же машина, только уже серьезно переделанная. Во-первых, другая кабина у нее. Старая была срезана. И вместо нее приварена вот такая вот более высокая, с таким лбом. Изменилась ее конфигурация, изменились двери. Двери поднимались вверх у прошлогоднего прототипа, у этого они открываются теперь вот так. Потолок стал выше, кабина стала сильно просторней, она была не такой. Она была довольно тесной. Теперь здесь больше места именно для людей в зимней одежде. Это пока, соответственно, не готовый вариант, естественно, это прототип, который дорабатывается. Тут будет и панель приборов, и салон будет
изменен. Пока это такой рабочий выставочный вариант. Но уже можно понять примерно, куда движется это все. Пассажирский отсек с подъемной дверью. Тут ничего не изменилось. Но салон уже обретает контуры. Уже появилась отделка. В прошлом году тут вообще был голый салон. Сейчас отделали. Уже обивка есть. Сиденья какие-то, рундуки. Там стоит радиатор двигателя. А сам двигатель стоит вот здесь, вот в этом коробе. Дизель, газелевский Каминс, 2,8, 150 сил. Газелевская коробка механическая. Так выглядит салон. Люки, можно выбраться. Доработана была конструкция интеркулеров. Испытания показали, что интеркулер типа воздух-воздух недостаточно эффективен, поэтому была использована теперь схема с интеркулером жидкостного охлаждения. Выхлоп и забор воздуха выведены наверх. Вот, можно вот так залезать, как в танк. Тихонько работает. Снаряженная масса 4300, грузоподъемность 2,5 тонны. Это плавающая машина, то есть это два лонжерона оригинальных, которые проходят через всю машину, и цельносварной кузов из панелей стальных, водозмещающий кузов. Это не БРДМ, он только на него похож, потому что у БРДМ бронированный цельносварной кузов. А здесь это панельный кузов, каркасно-панельная конструкция. Да, выглядит немножко грубовато, сварные швы видны, но это прототип. У серийной машины планируется изменить конфигурацию, то есть это будет листовой металл, уже профилированный. На гибочных станках будут уже сразу формироваться кузовные панели, и сварных швов будет сильно меньше. То есть машина плавает, 12 км в час она выдает на воде. Скорость по шоссе 100 км в час. Вот этот вариант на БТРовских колесах с подкачкой. Но арки сделаны с запасом под более крупные колеса. Вот эти колеса, это для шоссе, для твердых грунтов. Или для каменистых дорог, чтобы не порвать шины. А вот, например, на болотах, или в грязи глубокой, или в снегу, там уже предусмотрены шины Arctic Trans, размерность. То есть это пневматики низкого давления 1300 на 700 мм на 20-дюймовый диск. Именно поэтому вот он выглядит немного непропорционально. Огромная арка и маленькое колесо. Правильно, потому что арка огромная сделана под пневматики низкого давления с запасом. А это, считайте, резина такая транспортная, доездочная. Вмещает он 9 человек, но судя по огромному объему кузова, конечно, сюда влезет и больше. Здесь будет стоять грибной винт. Снизу у нас тут мосты от Шишиги, ну, точнее, от ГАЗ Садко. То есть тут ничего особенного, тут все, в общем-то, обычно и привычно. Для кого позиционируется эта амфибия? Лесники, спасатели, противопожарная машина для обслуживания лесов, ну, экспедиционник, плавающий экспедиционник для любителей охоты и рыбалки. Резонный вопрос, когда и сколько? Возможно, уже первые образцы могут появиться на продажу в следующем году. Цена от 4,5 миллионов рублей. Еще немного внедорожной экзотики. Внедорожный электроскутер «Антилопа», город Пятигорск. Регулируемая по жесткости подвеска, привод задний или полный. Скорость 40-50 в час. Запас хода 60 до 160 километров. Такой сегвей на максималках. Причем есть его более злющая версия на гусеницах. Это уже прям вообще зверь. Выглядит, конечно, очень необычно. Есть вариант поменьше, попроще. Этот уже такой более, наверное, прогулочный. Есть багажник, есть куда вещи положить, можно уже так более-менее по-человечески сесть. Сиденье подпружиненное.
интересное решение. Такой супер лайтовый квадрик. Да, наверное, в некотором роде действительно можно сказать, что это такой своеобразный квадроцикл. Только с приставкой мини.